Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play. Продолжаем играть в игру про зомбаков. Сейчас зайдем в домик быстренько. Возьмем патроны. И сегодня серия будет необычная. Сегодня будет открытый мир. Сейчас зайдем, посмотрим. Смотрите, ребята, у нас здесь есть открытый мир. Вот сюда мы и пойдем. 22 литра бензинчика используем. Идем. Нас никто не останавливает, смотри. Заходим. И здесь у нас есть... Мы либо в центр можем пойти. И новая локация. Так, контаминация зомби средняя. Радиация не присутствует. Размер локации средняя. Всего добыча 8000. Так, хорошо. Здесь радиация средняя. Здесь есть радиация. И зомбаков тоже средняя. 6000 всего лишь добычи. И новая тоже радиация. Все среднее. Ну давай зайдем в центр. Посмотрим, что есть интересного в центре сначала. Вот он такой центр. Это открытый мир, ребята. Вот моя машинка. Это такой. Тренер суперспособностей. Давай поговорим с ним. Я могу тебя кое-чему научить. Я зомби. Снижает радиус зоны, где вас заметят зомби на 50%. Ох, нифига себе, сколько дорого. Киберруки. Повышает на какое-то расстояние. Вы можете поднимать предметы. Прикольно, киберруки. Компас. Повышает пределы вашего компаса на 25 метров. У меня денег нету. Прости, друг. Здесь что мы можем делать? Здесь мы можем... делать раскраски нашему оружию. Так, у меня тоже пока денег нет. И смотри, Билл, а ну давай поговорим. Привет, чужак, ты что, потерялся? Чак прислал меня позаботиться о достройке города. Наконец-то! Я здесь один и совсем не успеваю. Нужно больше людей. Что тебе нужно? Доберись до Спрингфилда и найди людей, которые бы нам помогли. Понятно, хорошо. Хорошо. Здесь также есть госпиталь. Можно его использовать. Значит, госпиталь. Информация о здании. Когда вы погибаете на поле боя, ваш герой воскресает в госпитале с базовым показателем здоровья. Вы также теряете все найденные предметы. Хорошо. У нашего базового лагеря слишком низкий уровень. Угу. А как тебя улучшить? Пока не можем улучшить. Ладно. Смотрим дальше, что здесь есть. Туалет и бумага, ты там не надо. Идем дальше. Радиостанция. Давайте зайдем в радиостанцию, посмотрим, что здесь интересное, прикольно. Радиостанция. Информация о здании используется для сбора информации о событиях, происходящих неподалеку. Чем выше уровень, тем больше награда и тем больше локаций можно найти. Новые точки интереса на уровне 2. Ага. Тоже мы ничего пока не можем сделать с радиолокацией. Ладно. Поговорим с Биллом. Мы с Биллом уже разговаривали. Лаборатория. А ну-ка, что здесь такое происходит? Лаборатория. Информация о здании. Можно изготовить бензин. Но пока он не нажимается. Мне нужно 3 фляжки таких. Да. К сожалению, таких фляжек... У меня были эти фляжки, я их продал. Ё-моё, у меня они были. Я думаю, зачем они мне нужны? Я их продал просто и все. А здесь что? Базовый лагерь. Основное здание. Без него вы не можете улучшать другие здания. Мгновенное улучшение или улучшить. Давай просто улучшим. У меня есть тут монетка. Все, и ждем. Торговая точка. Торговая точка здесь. Что мы можем сделать? Торговая точка. Зарабатывайте золотые монеты и находкой правильных ресурсов. Хорошо. Понятно. Через 2 часа здесь будет 2 фляжки. 4 фляжки даже. А что там за люди были? Смотри, можно забрать. В смысле? Мы забрали деньги. Не знаю, либо я продал что-то. Хорошо, ладно. Тут, в принципе, больше ничего интересного нет. Поэтому мы, наверное, отправимся дальше.
Отправь, давай сюда попробуем, пойдем сходим. Радиации здесь нет, все нормально. От радиации я эти все продал, свои штуки. Таблеточки, это все свои продал таблетки. Так, здесь что? Пески бегают. А, ну такая вот локация. А где пески? А, вот они бегают, смотри. Вот тут много их. Одна есть, одна готова. Вторая. О! Перезаряжайся быстрее. Есть, и все, готово. Пёска готова, и еще одна где-то здесь бегала. А нет, смотри, тут много. О! Бежит, бежит. Перезаряжаемся. Есть, готово. И еще, вот, смотри, бежит еще одна. Раз, два, три. Готово. Что здесь еще интересного? А, вот смотри, вот этот сумасшедший зомбак. Ё-моё. Перезарядка, блин, не вовремя. Ох ты, ё-моё. Да, конкретно здесь зомбаков достаточно. Вот еще пес. Есть, готов, отлично. Патрончики он мне подарил, хорошо. Что здесь еще интересного есть? Давай этих сразу зомбачков убьем. Эй, в смысле, кто там орёт? Ты слышишь это? Это ты орёшь, гад. Вон бежит, бежит, смотри. Дурачок. Сейчас быстренько перезаряжаемся. Все. Готов. Пёска. Готово. Такие звуки страшные издают. Хотя они-то совсем не страшные. Вот этого гада надо. О, видишь, такой, да ну кто меня? Кто в меня стрельнул? Ой, уже неинтересно. О, спасибо. Спасибо. Сейчас исследуем эту локацию и посмотрим. Ох ты, закрыто, смотри. Идти дальше нельзя. Тут вот зомбаки бегают, ходят. Есть. А мне что нужно, зачистить территорию или просто я тут хожу? Тут такого особого интереса нету здесь. Ничего такого интересного здесь нет. Видишь, пёска бегает. Готово. Здесь ничего интересного нет. Слушай, а что я здесь бегаю? Все готово. Канистра, ну ее взять нельзя. Супец тоже не естся. Вот, здесь что-то интересное есть. Пусто. Да. Сейчас исследуем, посмотрим. Ну, вроде бы ничего интересного здесь нет. Угу. Ничего интересного здесь я не вижу.
Так, ударить. Опа. Патрончики. Патрончики. О, серебро, нормально. Серебро, это хорошо. Пески. Сейчас это зайдем в дом. Посмотрим, что в доме вот этом. Ну, это типа сарая. Здесь вроде бы ничего интересного нет. Ух ты! Да, тут ничего интересного. Вот сундук. Вижу. О, что-то лежит. Кусок железа. Хорошо. И в принципе здесь ничего интересного нет. Зомбаки ходят. Сейчас, ладно. Быстренько сейчас их убьем. Все, готово. А здесь я был или нет? Здесь ничего интересного. Ага, слева, справа. А, вот, смотри, ящик. Ух ты, остатки бензина. Хорошо. Взяли. А ну-ка, сундук у нас вообще на месте, нет? Сундук использовать только в городе. И почему я его не могу в автомобиль положить, например, да? Пусть в автомобильчике у меня лежит. Ага. Ну, весь мы тут все просмотрели, ничего интересного здесь нету больше. Поэтому я предлагаю на другую локацию отправиться. А, вот смотри, оставшаяся добыча 78%. Где-то что-то здесь еще есть. Интересно, где что-то есть. Написано «оставшаяся добыча». Пески. Здесь мы не были. Или были? Сейчас посмотрим. Да, были мы здесь. Мы здесь проходили. Какая еще оставшаяся добыча? О чем они говорят? Вот это я зря сделал, конечно. Двоих песиков. Есть, готово. Готово, песка. И здесь мы сейчас посмотрим. А, ну у нас, смотри, есть еще. Здесь какая локация? Ух, нифига! Тут локация-то большая, смотри. Тут локация большая. Готово. Готовы. Сейчас зайдем в дом, посмотрим, что в доме есть интересного. Опа. Тут, наверное, скорее всего, ловушек будет куча. Ловушек и зомбаков. Ух ты. Мать, ты что с тобой? Что ты головой своей машешь? Сейчас мы в дом зайдем, посмотрим, что в доме есть. Да. Сейчас зайдем в дом, посмотрим, что в доме. А в доме зомбаки. И достаточно много. Да ё-моё, промахнулся, гад, и меня ударил еще, да, гадёныш? Где ты там? Иди нафиг. Все, готово, отбил его. Так, это у нас выход на улицу. Я хочу здесь еще поискать немножечко, полутать, что здесь есть. Так, это не открывается, это тут тоже... А, смотри, бутылка воды есть.
Нормально, сковородка Тефаль. А ну, сейчас попробуем. Здесь ничего интересного нет. Сейчас на второй этаж пойдем. Сразу закроем дверь, чтобы зомбаки к нам не зашли. А ты что здесь, чувак, делаешь, а? Есть. Здесь тоже ничего интересного нет. О, все, уходите, уходите, молодцы. Интересно, пошли назад. Ух ты, ё-моё, нифига у тебя удар. 7,5 жизни. Мимо. Готов. Готов. Здесь что интересного есть? Открываем, смотрим. Пусто, ничего нету. А здесь что у нас? Ящик. Ух ты, журнал о природе. Ничего интересного в этом нету, в журнале о природе. Бобы возьмем. И здесь мусор. Здесь у нас что? Компьютер. Клавиатура, мышка, монитор. О, сейф. Это хорошо. Сейф — это всегда хорошо. Только если бы еще отмычки не ломались. Угу. Есть. О, монетки, бинт и граната. Две гранаты даже, нормально. Это типа что, лестница? Что это обозначает? О, инструкция. Возьмем почитать. Тихо, тихо, тихо. Отдыхайте. А ну, давайте пройдем сюда, вперед, посмотрим, что здесь интересное. А, смотри, локация большая достаточно-таки. Сейчас по... А, нет, все, она тут закончилась. Да, локация как бы большая. Зомбаки бегают здесь, ходят. Как бы особо неинтересно. Ну, здесь мало чего интересного вроде. А ну вот, смотри, какой-то еще этот самый контейнер. Сейчас, ух ты, там и вышка есть, смотри. А-а-а, вон оно что, пёска. Отдыхай. Здесь контейнер закрыт. А нет, хотя можно открыть, смотри. О, патрончики. Берем патроны. И здесь еще, смотри, чувак на вышке стоит, да? Торговец. Сейчас зайдем, посмотрим. А там тоже, смотри, мужик сидит. Ух ты, ящик. Ящик-то я и не заметил. Да ё-моё. Да почему так? Пустой ящик. Ящик пуст. Ну давай пойдем к торговцу, поговорим, что у него есть интересное. Я сначала тебе продам вот эту канитель всю. Остатки бензина. Давай тоже. Хотя может он... Нет, фляжка может пригодиться. А что ты мне предложишь? Ух ты, какая снайперка. А, урон 16. А у меня какой урон? Сейчас посмотрим. Ух, нифига, что за кар, 98, 23, 21 тысяча стоит. Такую я куплю себе. А снайперка у меня такая или нет? 16 урон, а у меня... Где? Вот. А, нет, у меня урон 41, у меня даже лучше снайперка. Урон у меня 41. Это неинтересно. Это уже поинтереснее будет. Размер магазина 7. 20. Ну, у меня пока денег, сука, нету. В рюкзаке мы уже все, что могли, продали. Вот у меня есть лазерный пистолет. Чем стреляет? Тип
брони энергет какой-то. А у него есть такой, такие патроны энергет? Нет, патроны для ружья. Это тоже патроны. Нет, здесь у него нету такого энергет. Это вообще ракеты. Не знаю. Ладно, торговец, у тебя ничего интересного нету, слушай. Вот она у нас получается, магазинчик здесь. О, вот моя машина, смотри, мы приехали. А, вон как оно, слева получается будет всегда этот чувак. Так, я этого хочу сразу забить. Ах ты гад. Смотри, что творит, а. Все, перезаряжаемся, быстренько бежим. Все, разворачиваемся. Где он? Вот он, друг. Есть башню. Есть, даже не добежал, прикинь. Даже не добежал. В принципе. Что там на карте мне покажет? Сколько я еще не собрал? А, 50% я собрал. Давай сюда подъедем. Посмотрим здесь. Здесь есть радиация, бензина не хватает. Бензинчик, а у меня здесь есть бензинчик. Сейчас мы заберем его. И поедем туда. Угу. Вот сюда. Минус 20 бензина. Отправляемся. Угу. Все, войти. Посмотрим, что здесь интересно есть. А, ну здесь практически такая же локация. Вот показывает магазин в прямой доступности. А, вот магазинчик, да-да-да. Сейчас зайдем сюда, посмотрим. Чем он торгует? А он практически он тем же и торгует, смотри. Как бы ничего интересного и нет. Сейчас мы используем лечение, использование целительства. И вот у меня еще есть журнал о природе, умение путешествовать. Хорошо. Ну что ж, зомбарей, может, парочку хлопнем. Ага. Также, смотри, здесь расположен. Все очень похоже. Такие же патроны, как там были. Слушай, ну все очень похоже. Та локация очень похожа на эту. Как будто две одинаковые локации. Значит, где-то здесь есть дом. Также мы в дом сейчас пойдем, сходим, посмотрим домик. А, нет, смотри, немножко отличается. Здесь, смотри, есть радиация. Вот. Вот здесь есть радиация. Блин, перезарядка. У меня, блин, да как так ты добежал-то? Гад. Как так ты добежал? 96 у меня процентов здоровья. Как так он добежал быстро? Вообще быстрый парень. А здесь тоже радиация везде. Ой, какой, как нехорошо. Все, ребятушки, я домой. Вы не можете выйти при опасности. А, при опасности? Какой еще опасности? Убегаем. Пёска за мной бежит, да? Точно. Раз. Два. Ну вот, я еще, может быть, вот этот открою. Ух ты, кто там вылез? А, зомбари. Прикол мне скажут, ты не можешь отправляться домой, пока ты всех зомбаков не убьешь. Ну, давай этих добьем уже. Ух ты, промахнулся, а, гад.
Кожа, спасибо. Чего вы все за мной идете? Гуляли бы себе на природе. Все, здесь мы всех добили, нормально все. А ну-ка, давай быстренько откроем сундучок. Ой. Сейчас мы откроем сундучки быстренько, посмотрим, что там есть. Иди, отдыхай. А ну-ка, открываем, посмотрим, что здесь. Да, кожа есть, хорошо. Здесь поинтереснее, слушай, чем там. Здесь хоть что-то в этих коробках лежит. Во. Иди, отдыхай. Да, но и здесь и радиация. Как бы ничего такого нету здесь. О-о-о-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Берем вот эту конь. А, ваш рюкзак заполнен, в смысле? А, ну здесь же есть торговец. Сейчас я торговцу быстро все продам. Где у нас торговец? У нас впереди. Сейчас быстренько продам все торговцу и пойду. Так, пески. Я с вами не хочу пока встречаться. О, этот сумасшедший придурок бежит. Есть, готов. Вот у нас торговец. Сейчас мы ему продадим все, что у меня есть. И туда пойдем дальше смотреть, что там еще есть интересное. Смотри, у меня все заполнено. Давайте все это продам. Бобы. Радиация. А, это я не буду продавать. Вот эти тоже нафиг продам. А, хотя нет. Оставлю. Бобы продам. Вот эту продам. Давай, все бобы продам. Все, фляжки тоже. Так, подожди, что там за звуки такие? В смысле? Они прям сюда заходят? А ты что, этот, торговец, они тебе ничего не делают? Они тебе ничего не могут сделать, да? Ты там как-то спрятался? Или они уже привыкли к тебе, типа друзья твои? О, смотри, сколько их заключенных ходит. Поднимемся наверх и здесь их начнем отстреливать. Раз, два, все готово. Так, бабищу вот эту все. О, в шею прям попал. Да ты че, гонишь? Мать. Все, есть, готово. И вот в этом месте я хочу еще немножко порыться, посмотреть. Так, радиация, хорошо, аккуратненько. Здесь было что-то железо, эти самые, какие-то припасы были. Я не помню где. А, вот здесь, вот. Все, мы это забираем. А, здесь тоже ничего интересного нет, радиация только. А, ну вот, смотри, есть этот самый. Ага, открыли, конечно. Тут зомбари, а внутри ничего интересного нет. Хорошо. Это что за бочки? Они не взрываются, интересно? Нет. Бочки не взрываются. Ну, здесь неинтересно. Ладно, едем домой. А вы не можете выйти при опасности? Какой опасности? В смысле опасности? Какой опасности? Они хотят сказать, чтобы я тут всех зомбаков убил? Критический удар, нормально. Почему я не могу просто стукнуть собаку? Все, теперь могу. Давай отправимся сюда, посмотрим, что здесь. Уже все локации сразу проверим. Здесь мы не были, правильно? Сразу идем в магаз. Проверим магазин и продадим что-нибудь. Что мне сейчас в данный момент не нужно. Ага, вот этого. Побежит за мной, нет? Где он?
О, очухался. Сейчас, одним ударом, подожди тебе. Раз, два удара, все нормально. Здесь что у нас? Собачка бежит. Так, собачка тупенькая. Она... Сейчас прибежит, подожди, где-то здесь она. Пёска. Как ты залезла наверх, алё? Торговец, что у тебя есть интересное? Тоже ничего интересного нет. Давай я тебе продам сразу вот эту канитель всю. Эти бочонки мне пригодятся. Вот чувак бежит. Сейчас мы его... Опа! Опа, есть! Смотри, сразу крышку снес. Сразу снес крышку ему. Фига он прыгает, а? Такие прыжки у него мощные. Есть. Мимо. Надо еще примерно следить за тем, как он будет голову поворачивать. Что тут еще интересно? Тут не видно, что там находится за туманом. А, здесь, смотри... Самолет, тоже здесь радиация, эти дурачки бегают. Сейчас мы откроем контейнер, посмотрим, что в контейнере есть. Вот он открывается, и здесь, а, здесь пусто. Вот так даже бывает. Бывает, что просто тупо пусто. Все, идем в центр, едем, отправляемся в центр. Посмотрели, здесь ничего интересного толком нет. Так, а в центр я хотел сюда зайти посмотреть. Или в лаборатории было что-то. Или, наверное, скорее... А, смотри, вот, видишь, можно изготовить. Так, хорошо. Готовим. Вот поэтому мне нужны были вот эти вот баклажки. И я их использовал, и у меня их нет. Видишь, как? Все понятно, для чего эти баклажечки нужны. Торговая точка. Здесь что? Зарабатывайте золотые монеты находкой правильных ресурсов. А, типа вот. Все понял. Можно еще улучшить. Ну давай улучшим. Ладно, все, пока здесь все будет улучшаться. Сейчас я сюда еще. Базовый лагерь, он у меня на улучшение стоит или нет, я забыл. А улучшить 40 минут 4000 стоит. Пока я не буду улучшать, мне деньги пока нужны. Что ж, ладно, отправляемся тогда домой. В Спрингфилд отправляемся. У меня как раз и есть бензинчик для этого. А, случайная встреча. Избежать встретиться. Ну, давайте встретимся. Какая-то коробка написана. А ну-ка. А, вот, смотри, коробка лежит. Светящаяся. Закрыто, попробуйте найти ключ. Ага. Ну ладно, поищем ключ. Ключ, наверное, значит, где-то здесь лежит. Таинственная коробка. А ну-ка. Нету ничего, видишь, можно двигать. Двигать камушки. Ага, а эту канитель нельзя двигать. С этой стороны поищем камушки. Вот, камушек, смотри, есть. Нет, ничего интересного. Хорошо. Это у нас коряги не двигаются, да? Ага, ну вот еще последний камень. Вот ключ. Есть ключ. Хорошо. И сейчас будем открывать. Ух ты, серебряные монеты, одна золотая монета и бобы. Неплохо, хорошо. Отправляемся дальше в Спрингфилд. Угу. Все, входим в Спрингфилд и
нам нужно подойти к ребятам и сказать им: ребята, не хотите ли вы туда отправиться? Вот, смотри, поговорить с человеком. Так, это у нас ничего нету интересного. Кассу мы сейчас подойдем, заберем наши деньги. День ракет. И возьмем еще такую день ракет. Все, ну все, в принципе, дорогие друзья. Ну, мы посмотрели, открыли локацию, открыли большой мир. Свободный мир, да? О, охранник у входа, что он хочет сказать? Что тебе нужно? А мне нужны люди, которые бы мне помогли с постройкой города. Но сейчас это проблема. Многие из наших людей защищают от атак зомби. Продолжай. Но если ты поможешь с защитой 5-й авеню, тогда я спрошу Чака, без кого мы обойдемся. Принято. Орда зомби. Это новый будет уровень. Завтра буду играть и посмотрим. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.